Всем привет! Привет! Мы находимся в городе Амстердам. Да, мы совершили такое совершенно случайное путешествие, которое было не случайно запланировано, потому что мы собирались поехать к нашим родителям, и мы поняли, что будет замечательно посетить какой-нибудь европейский город. И мы решили, что так как большинство самолетов отправляются через Амстердам, мы решили именно пролететь через этот город. Да. И к вопросу очень часто задавали на канале, ну, типа, окей, вы имеете канадское гражданство, ну, а есть ли у вас время на путешествие? Вот, пожалуйста, сейчас мы в Амстердаме, едем на месяц в Россию. Да, оттуда мы планируем часть времени работать удаленно. Да. Вот. Но именно так как у нас есть возможность сейчас провести короткие каникулы, вот, мы решили в этом коротком отпуске, мы решили заехать посетить один из европейских городов. В этом году это Амстердам, потому что в этом городе мы еще ни разу не были. Да. На обратном пути у нас есть планы посетить Брюссель. Я не знаю, посмотрим, получится у нас или нет. Да. Вот, но сейчас мы в Амстердаме. Какое у тебя впечатление об Амстердаме вот сложилось? На самом деле в городе очень прикольная молодежная атмосфера, здесь такая движуха, здесь очень много всего интересного. Вот, на самом деле очень много туристов, это, если честно, немножко раздражает иногда, потому что утром здесь ходить в некоторых местах просто невозможно, насколько много народа. Да, в центре просто ужасные толпы, это похоже чем-то на Рим, да? Да, это факт. Очень здесь молодежно, очень тусовочно, да, здесь очень много молодежи. Да. Вот. Чувствуется такой город молодой, что мы очень удивлялись первое время, где здесь вообще живет народ с семьями, или где он вообще здесь ходит. Да, потому что первый день, мы здесь уже второй день сегодня, первый день вчера мы вышли вечером, а вечером, конечно же, было очень много молодежи везде, тусила, да? Да, мы не нашли, мы прошлись вот этим районом известным красных фонарей, ну вот, естественно, там как бы мы не увидели, там, естественно, никого с семьями нет, вот, ну, то есть было достаточно интересно, но здесь очень красивые каналы, здесь много очень архитектуры красивой, и она повсюду, и даже вот наш отель, он находится не в центре, но до всего можно добраться пешком. Ну вот, или на метро. Мы добирались на метро, попробовали местное метро. Кстати, тоже нормальное метро. Да. И посмотрите, сколько много велосипедов. Здесь настолько культ, можно сказать, велоспорта, да? Не велоспорта, а просто передвижение на велосипеде. Что велосипеды здесь кругом. Их такое множество, что кажется, что на каждого жителя Амстердама есть по велосипеду. Да, самое интересное, здесь надо бояться, что тебя, если движение собьет, то тебя собьет не машиной, а велосипедом. Еще такие пару наблюдений, которые, например, я заметил, мы, может быть, вместе заметили в Амстердаме. Это, например, первое впечатление нас повез таксист, и как бы сразу стало заметно, что культура small talk, то есть маленьких разговоров, здесь не очень развита, ну, как бы не очень свойственно, может быть. Потому что мы попытались поговорить с таксистом, но он нам сильно не отвечал, да, молчал всю дорогу. Вот. А во-вторых, интересно, что когда в аэропорту, я подумал, что я оставил в самолете паспорт, да, в один момент. И я попытался вернуться назад, но там, естественно, проход работает только в одну сторону, назад уже нельзя. Охранники увидели, что я тыркаюсь назад, и они просто сказали, что нет, вы здесь не пройдете, и как бы ушли спокойно. То есть они не подошли, не спросили, чем вам помочь, в чем ваша проблема, да? Это, конечно, ты привык по сравнению с Канадой, может быть. Да, в Канаде бы обязательно подошли и спросили, чем мы можем вам помочь, что случилось, и попытались бы разобраться в проблеме.
Здесь они просто как-то помахали рукой, сказали, нельзя пройти, и да. ушли спокойно. На самом деле паспорт мы нашли, кстати. Да, все обернулось хорошо, паспорт оказался на месте. Вот, это было временное, как бы... Помутнение. Да. Еще интересное наблюдение по поводу официантов. Здесь настолько радуются чаевым, видимо, здесь не очень принято оставлять чаевые. Да. Опции включить чаевые в счет здесь нет. Надо говорить, добавьте, пожалуйста, к счету, например, 1 или 2 евро, да? И официанты очень сильно радуются. Выглядят очень современными, то есть тут есть электронное табло со станциями, да, на которые мы едем. И самая интересная отличительная особенность, вот там, я не знаю, видно сейчас или нет, сзади есть консьерж. Она объявляет станции, она помогает пассажирам, она отвечает на все возникающие вопросы и, в общем, работает как консьерж. А сейчас мы находимся в деревушке, которая называется Занцешанс, если да, мы не ошибаемся. Да, если мы неправильно произносим, поправьте нас, вот. Потому что датские названия нам, ну, в смысле, нидерландские названия нам пока не даются. Сзади нас вы можете видеть мельницы. Все мельницы работают. Да, и некоторые мельницы, очень интересно, некоторые мельницы использовались как лесопилки, то есть внутри. Там пилы, которые запускаются при помощи силы ветра. Некоторые мельницы используются для того, чтобы перемалывать муку. Да, здесь есть мельницы, которые перемалывают краску, то есть они перемалывают минералы, которые потом превращаются в краску, которую можно красить. Ну вот. И также есть мельницы, которые перемалывают масло, то есть всякие разные, это могут быть флаксиц, то есть разные, совершенно разные семена, которые перемалываются именно на растительное масло. А вот тут вот недалеко есть мельница, которая перемалывает какао-бобы, делая при этом шоколад. Да, и вот, может быть, мы пойдем попробуем горячий шоколад, а может быть и нет, не знаю. Погода достаточно жаркая для того, чтобы есть что-то горячее. Ну вот. Но дело в том, что возможность такая есть. Если вы сюда приезжаете с детьми, например, то здесь есть такие отличные места. Ну а мы собираемся прогуляться немножко по деревушке, посмотреть окрестности. Сейчас мы находимся в так называемой cheese factory, или место, где производятся сыры, знаменитые голландские сыры Гауда. К сожалению, в России это сейчас является санкционным продуктом, но, видите, здесь его полно. Место чиз. Достаточно вкусный, зелененький. Sneak.
продолжаем гулять по Амстердаму, и мы нашли такой достаточно тихий район, да, в отличие от центра, да, где просто... Очень много туристов. Очень много туристов, и если честно, от этих туристов немножко устаешь. Мы, конечно, тоже туристы, да? Да, но их тут настолько много, особенно в летние периоды, что, если честно, гулять по центру просто невозможно. Особенно в выходной день. Вот. Сегодня немножко лучше, потому что сегодня будний день, и мы выбрались совершенно в другой район. Район называется Джордан. Это один из самых сейчас популярных районов, где люди хотят жить, потому что это достаточно чистый, красивый район. Здесь много каналов, цветов, ну вот, ну, естественно, велосипедов. Да. Вот, очень, да, классно здесь, спокойно, то есть вот здесь канал, лодочки, то есть то же самое, что и в центре почти, здания старые, то есть вот если посмотрите вот сзади нас, то есть это старинные, красивые здания, чудесная архитектура. Канал, велосипеды, все атрибуты Амстердама здесь есть, но минус толпа. Да. Поэтому мы наслаждаемся здесь спокойной прогулкой и наслаждаемся всеми преимуществами Амстердама. Конечно, центр Амстердама славится тем, что там много так называемых кофешопов. Здесь легально продавать легкие виды наркотиков, такие как марихуана и прочее. И... это привлекает соответствующих людей, да, соответствующих контингент. Да, мы говорили, нам удалось поговорить немного с местными, вот, пока мы гуляли, и многие люди как раз из-за того, что большое количество туристов, которые не всегда соблюдают там правила, там, не всегда уважают других людей, вот, очень много оставляют после себя мусора, приезжают развлекаться на выходные, вот, и, соответственно, местные очень часто этим недовольны, и, как они говорят, многие из них перебираются из центра подальше для того, чтобы, ну, была более спокойная, может быть, жизнь, и, как бы, несмотря на то, что они позитивно относятся к тому, что люди приезжают, да, там, потусоваться, это, с одной стороны, неплохо, ну, вот, но... туристы все бывают разные, и кто-то оставляет после себя очень много грязи, и, естественно, многое местное население этим недовольно. Сами они в центр уже не ходят. Они вот предпочитают вот такие места, по которым мы сейчас гуляем, и да, в центр ходят только туристы. Мы сейчас на лодке, на прогулке по каналам Амстердама. Рука устает. Сейчас. Вот.